Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас снова парфюмерный рай от Pitti Parish. Очень интересные парфюмы, очень такие знаменитые. Итак, поехали. Ну и пока открываю коробочку, вам расскажу, почему парфюмерный рай. Да потому что дешево и сердито, девчонки, потому что 100% попадание в 99% случаев. Крайне редко, я вот за год, за два слышала от девчонок, вот прям, наверное, 2-3 отзыва за все время, что что-то чуть-чуть там где-то не похож. А так все девочки пишут, что один в один, что все круто и все супер. Вот так все упаковано. Приходит сейчас на сайте огромное пополнение, много новых парфюмов. Ищите, смотрите свои любимые. Как всегда, вам ссылку и промокод оставляю в инфобоксе под видео. Давайте скорее смотреть. Так, сейчас я все распакую. Они каждый парфюм обернут вот в такую вот штучку. Еще все переложено. Тот аромат, который мне очень-очень хотелось, и который мы с вами недавно тестировали в оригинале, я взяла в стекле. Это Tom Ford Last Cherry. Он безумно мне понравился, я вам уже рассказывала, пробовали мы с вами его в пробнике, что это богатая, крутая вишня, которая вот не вишневый компот, а очень сочная, очень насыщенная, очень многогранная, и прям вот и натуральная, и в то же время здесь есть такие нотки вот притягательные, прям вот притягательные. На холодное время года, на весну, на раннюю, вот самое оно, вообще мне так понравился. Да, это оно. Это оно, это 100% оно. Это прям вот 100%, вообще никакой разницы нету. Он вкусный, он комплементарный, он относится к комплементарным ароматам, он очень-очень крутой. Я прям вот запала на него с первых нот. Я не ожидала, просто девочки в Телеграм хвалили. Наташа, спасибо тебе еще раз за рекомендации, по твоей рекомендации здесь два парфюма как минимум. Я не пожалела. Я не люблю вообще гурманские ароматы, не люблю с выпечкой, там, когда что-то связано с одной какой-то нотой, прям вот такой вот фруктовый или еще что-то. Я думала, мне не понравится, я была в этом уверена, но это крутой аромат. Это действительно крутой, мне очень нравится. Я его, знаете, как вот сравниваю, вишня плюс первая молекула, все, что есть в ней хорошее. Первая классическая молекула, которая самая вкусная, самая классная, не вторая смоленистая, там вот это вот совсем химозная, да, а вот первая, вот здесь вот есть вот эти нотки какие-то притягательные, похожие очень. То есть это не чистая вишня, это прям вишня-вишня, но вот она шлейфит очень круто шлейфит, но практически не меняется. То есть как она звучит первоначально, так она потихонечку на коже угасает. Это достаточно стойкий аромат, и на коже потихонечку угасает, и аромат не сильно меняется, пирамида никуда не девается, вот как она слышится вначале, так и остается на 80% случаев. Становится только нежнее, изысканнее, что ли, а так вот суть та же. Просто есть ароматы, которые совершенно по-другому, через несколько минут, через полчаса, через час раскрываются, здесь нет. Класс, обожаю. Вот моя прелесть теперь вот в таком огромном объеме. В стекле 100 мл есть в стекле теперь, поэтому свои ароматы можно брать очень дешево и пользоваться, и радоваться вообще. Так, поехали дальше. Что будем дальше с вами смотреть? Дальше у меня 50 мл в стекле. Это мужской аромат. Тоже, Наташа, спасибо тебе за рекомендацию. Буду пробовать впервые. Она брала тоже в Pitti Parish, сказала оно. Все супер, все классно. Это у нас с вами Gucci O'Fresh. Gucci O'Fresh. Я буду вставлять здесь сбоку картинки, чтобы вы понимали, о чем идет речь. 50 мл и 100 мл теперь есть в стекле. То есть, если вы хотите кому-то подарить, такой флакончик. О, уже пахнет. Да. Это понравится определенно мужу. Я буду на крышечках сегодня тестировать, потому что иначе будет ядерная смесь. Это действительно свежий аромат. Свежий, такая, знаете, мужская классика. Но я слышу какие-то вдали очень интересные нотки, тоже притягательные. Я не люблю, когда аромат просто свежий. Мне нравится, когда он чем-то играет. Да. Он очень интересный, он подойдет мужчинам, в принципе, любого возраста, но я слышу его 20-30, максимум 40 лет вот на мужчинах. Вкусненький, свежий, классный, суперский, будет по-любому тоже стойкий. Pitti Parish, все парфюмы стойкие, мне нравится. Есть тут какая-то вдали, вы знаете, интересная горчинка, на что похоже, даже не пойму, какой-то аромат напоминает. Она где-то там сзади, она классная. Мне определенно будет нравиться этот аромат на мужа, поэтому вообще не жалею ни грамма. Так, и две малышки у меня здесь. Тоже на пробу, никогда не пробовала. Это у нас с вами Rush Gucci. Интересный аромат. Много девчонок тоже писали, что он классный, что он прям вот на зиму тоже хорошо. Давайте тестировать. О, фруктовый. Я хочу нанести его на себя. Хочу побольше. Интересно, какой, знаете, фруктовый.
и цветочки здесь чувствую. Но флакончик, он прям соответствует аромату. То есть он такой вот красный, да? Красно-малиновый. Ой, а раскрывается интереснее. Вот при первоначальном распылении прям как-то фруктики в нос ударили, и все. И думаешь, и все, но как-то неинтересно. Нет, он раскрывается, очень круто шлейфит. Вот здесь какая-то опять притягательная искусственная нотка выступает на первый план. Она очень интересная, на самом деле, очень интересная. Фрукты уходят, все. И остается вот эта интересная нотка. Он, не могу сказать, что он сладкий, он абсолютно не приторный, он не свежий. Древесный, да, чуть-чуть, совсем древесный. Я не люблю читать описание, я люблю ощущать. И даже когда кто-то описывает, я все равно не верю. Вот в Petit-Paris есть возможность познакомиться с ароматами, которые вам действительно хочется. Да? Ты 30 мл себе купил и радуйся, 790 рублей еще с промокодом, если еще парфюм в подарок, 3 берешь, 4 в подарок. И периодически работает, не работает. Смотри, когда видео выйдет, акция, будет оператор вам перезванивать, спрашивайте. Акция, если вы оплачиваете онлайн, от 3000, по-моему, рублей, то еще один парфюм в подарок. То есть вообще можно прям 5 парфюмов взять за копейки. Он очень интересный. Вот искусственные нотки какие-то выходят на первый план. И цветочки вроде есть, и зеленушечка где-то вот там, вот отголоски. Он очень интересный. Я бы даже вот на весну, на раннюю и на позднюю бы могла им пользоваться. Не скажу, что он какой-то тяжелый и зимний. Нет. Он насыщенный, он яркий, он так заявляет о себе, но он не тяжелый. Он нормальный такой, прям вот хорошенький. Мне нравится, мне нравится. Не пожалела тоже. Супер-супер-супер, класс. Так, и последний у нас с вами парфюм. Название, язык можно сломать, но я подготовилась. Гуччи Гилти, мы сегодня по Гуччи с вами так пройдемся, да, Гилти, Гуччи Гилти. Тоже очень хвалили девчонки, очень хотелось попробовать, давайте тестить. О, да. Слушайте, а здесь прям тоже опять цветы, но цветы такие белые. Как будто лилии, чуть-чуть жасминчика, зеленушечки. Ой, какой он хорошенький. Он тоже очень яркий. Я сейчас на другую руку нанесу, потому что, ну, все равно из флакона это немножко не то. А вот тут на руке прям сначала в нос ударяет зелень. Зелень, зеленый аромат, зелень. Пряности. Он пряный. Травы, пряности. В хорошем смысле этого понимания. Нет никакой там горчинки или от травы чего-нибудь такого неприятного. Нет, все очень достойно. Очень красивая композиция. Цветочки, пряности, зелень. Красивый аромат тоже насыщенный. Прям такой вот комплементарный, интересный. А, вкусно, вкусно, вкусно пахнет. Мне все понравилось. Слушайте, в этот раз опять прям все угадала, все супер. Есть еще одна хотелка, не получилось. Лиана тоже в Телеграм советовала взять парфюм, но не вышло, не получилось. Уже отправила я заказ. Надеюсь, в ближайшее время будет еще один, потому что вот именно этот парфюм, она сказала, мне как нельзя лучше подходит. А мне так стало интересно жуть. Но все эти парфюмы тоже очень интересные. Вот этот Guilty прям вот-вот. Даже больше, чем Rush мне нравится. Хотя Rush тоже крутой. Все очень интересные, все очень классные. Хорошо, что есть возможность вот так вот дешево и сердито их протестировать. Я рада всему. Надеюсь, мужу тоже парфюм понравится. Мне нравится, по крайней мере, это уже хорошо. Так, ну и все, мои хорошие, мы с вами все потестировали. Промокод, ссылку на сайт оставляю. Кстати, есть у них еще автопарфюмы, кто не знал. Любимый аромат вот так в машину повесить. Хватает вообще на год, наверное. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Пишите, какие у вас любимчики в Petit-Paris и вообще, что посоветуете на раннюю весну. Давайте с вами соберем подборку ароматов на раннюю весну, да, потому что сейчас у нас праздники впереди, 15 февраля, день рождения, 14 февраля, 23, 8 марта, впереди очень много праздников, дарить парфюмы, на самом деле, это круто, да, делитесь своими впечатлениями, делитесь своими любимчиками, запасайтесь любимыми ароматами дешево к праздникам, но я с вами прощаюсь, всем пока-пока.